Всем огромный привет! Сегодня у меня для вас обзор из магазина низких цен «Светофор», который находится по адресу город Ульяновск, улица Алексея Наганова, 10А. Посмотрим сегодня с вами здесь ассортимент, а также какие появились новинки. В продаже есть коврики интерьерные, называются «Золушка». Размер коврика 60 на 100 сантиметров. В составе полипропилена, джут, производитель «Россия», цена 265. Также есть коврики вологодские 100% хлопка. Размер этого коврика 60 на 140 см, цена 249 рублей. Есть также коврики интерьерные маленького размера 40 на 60 и в наличии здесь два цвета – серые и коричневые. Производитель Китай, цена 67 рублей. И есть коврики преддверные. Они тоже размером 40 на 60 сантиметров. В наличии здесь две расцветочки, коричневые и зеленые. Производитель Китай, цена 67. А это настольное электрическое барбекю. Он компактного размера, мощность его 2000 Вт. 5 режимов нагрева, производитель Китай, цена 1581. Кувшин Лейка для полива растений. Объем 1,7 литра, в составе идет полипропилен. Все только ярко-зеленого цвета, цена 70 рублей. А это рукомойник, умывальник переносной. Он с краником идет в комплекте и с крышкой и ручкой. Очень удобен, можно брать с собой на природу. 10 литров объем, цена 357. Шпакрил, шпаклевка плюс побелка. Предназначен для внутренних работ, он не имеет запаха. 1,5 килограмма, цена 52 рубля. В продаже есть пруды садовые на 150 литров. Размер этого пруда 120 на 90 на 40 сантиметров, цена 788 рублей, производитель Россия. В продаже появилась новинка, палки для скандинавской ходьбы, они всесезонные, производитель Экос. Материал ручек здесь идет алюминиевый сплав, ручки пластиковый, наконечник, вот здесь идет карбоновая сталь, а ремешки изготовлены из полиэстера, они, кстати, регулируемые. Так, трехсекционный, телескопический, регулируется под рост человека от 135 см до 181. Вот такая вот новиночка. Кто не успел приобрести в том году, бегите, покупайте. Цена всего лишь 500 рублей. В продаже есть воронка для ГСМ, универсальная. Два в одном, идет воронка и плюс гибкий шланг. Так, 135 мм ее диаметр, в составе идет пластик. Производитель России, город Самара. Стоит такая воронка 39 рублей. Наборы автомобилиста от производителя Fest Россия, город Кострома. Находится все в чехле. В составе идет аптечка первой помощи дорожная Fest, огнетушитель с манометром, знак аварийной остановки и буксировочный трос. Цена 864 рубля. Новинка в магазине Светофор. Появились универсальные стеллажи. Здесь 8 секций, изготовлены из ЛДСП, размер 25 на 70 на 138, цвет шима светлый, цена 1800. Тюль-вуаль на шторной ленте, размер 300 на 260 сантиметров, в составе идет полиэстер и расцветка здесь в ассортименте, цена 460 рублей. Также в продаже есть термосы из нержавеющей стали со складной ручкой, объем 1,2 литра, производитель Китай, цена 438 рублей. Появились в продаже аккумуляторы автомобильные прямой поляризации. Покажу вам всю информацию. Здесь она указана на упаковочке. Цена 3333 рубля. Завезли в магазин Светофор буксировочные тросы длиной 5 метров. Масса буксируемого автомобиля здесь не должна быть более 8 тонн. Производитель Россия, цена 170 рублей. Обновилась расцветка в комплектах постельного белья Deline Жатка. Привезли прям очень симпатичные. Это комплекты двухспальные. В комплекте две наволочки размером 70 на 70, пододеяльник и простыня в составе полиэстер. Цена 734 рубля. Также есть простыни трикотажные на резинке. Расцветка здесь совсем другая, не как у остальных светофоров. Стоят они здесь 458 рублей. Размер 180 на 200 на 20. Производитель Премьер Текстиль, Республика Узбекистан. В составе идет хлопок. Очень хорошие простыни. Я покупала, мне очень понравилось. В ассортименте есть гладильные доски Ника. Они с электрическим соединителем и с европодставкой под утюг. Цена 818 рублей. Также есть вот такие комплекты, наборы крышек силиконовых. 6 штук в наборе разного диаметра, цена 129. Этажерка трехъярусная угловая на колесиках, размер 58 на 30 на 38, цена 358 рублей. Также в продаже есть помпа механическая для подачи питьевой бутилированной воды. Производитель Китай, цена 199 рублей.
Тарелки десертные диаметром 20 сантиметров, изготовленные из керамики, производитель Китай, цена 37 рублей. Дистиллятор домашний, называется экономный, объем 12 литров, изготовлен из нержавеющей стали, цена 2632 рубля, производитель России, город Челябинск. Кружка для чая объемом 360 мл, изготовлена из керамики, производитель Китай, цена 44 рубля. Также есть кружки, керамика с деколью, тоже 360 мл, называется геральдическая лилия, цена 63 рубля. В продаже есть тарелочки глубокие, диаметром 19 сантиметров. Называются они розовый ситец. В составе идет фарфор, производитель Китай. Очень красивые тарелки, стоимость 57 рублей. Также есть из этой серии бульонница, 670 мл объем, тоже фарфор в составе. Цена 64 рубля. В продаже есть круглые формы для запекания Маринекс. Они из жаропрочного опалого стекла, диаметр 28 см, цена 257 рублей. Кастрюля Бинго из нержавеющей стали со стеклянной крышкой, объем 5,7 литра, цена 628 рублей. Также есть наборы мисок с крышками. В наборе 3 штуки разного объема. По цвету здесь есть два варианта. Производитель Россия, цена 176 рублей. Новинка в магазине Светофор – это миска из нержавеющей стали от китайского производителя Мелани. Диаметр ее 26 см, объем 3 литра. Хорошие миски, цена 118. А это салатник из опалого стекла, называется Дивали. Объем 1 литр. Производитель Франция, цена 85. А это форма для запекания Маринекс. Она с ручками, объем 3,5 литра, изготовлена из жаропрочного стекла, производитель Бразилия, цена 275 рублей. Также есть заварочные чайники объемом 750 мл, изготовлены из жаропрочного стекла, цена 154 рубля. В продаже есть колготки женские с хлопком, называются Аляска, плотность 360 ден. Размеры здесь в ассортименте, в составе идет 75% хлопок, 15% полиэстер и 10% эластан. Производитель России, цена 150. Также есть капроновые колготки Гламур, плотность у них 40 ден. Здесь размеры тоже в ассортименте, цена 80 рублей. На выбор есть два варианта, телесные и черные цветом. От Mr. Des появился ополаскиватель для посудомоечных машин без разводов и без пятен. Здесь объем 500 мл, цена 56,70. Также в продаже есть гель для стирки, универсальный, подходит как для белого, так и для цветного белья. Объем здесь 3 литра, рассчитан на 30 стирок, цена 169 рублей. Также в продаже есть универсальный стиральный порошок BioStar Автомат. Масса здесь большая, 9 кг, можно использовать как для уборки, так и для стирки. Цена 281 рубль. А это чистящее средство подвесное для унитаза. Так вот оно будет выглядеть, это средство. CleanStream, свежесть океана. В упаковочке здесь 3 штуки. Защита, гигиена, чистота. Цена 84 рубля. Детский стиральный порошок Baby. Можно использовать с рождения. Здесь 3,8 кг. И цена 147 рублей. Также в продаже есть кальцинированная сода. Это водосмягчающее универсальное чистящее средство, жироудаляющее. 600 грамм в упаковочке. Цена 17,50. Стиральный порошок для цветного белья Sunrise Color. 3 кг масса этого порошка. Цена 89 рублей. Также в продаже есть и гель-концентрат для стирки Velour. Эффективно отстирывает, не содержит агрессивных компонентов. Объем здесь 2 литра. Цена 112,60. Погладитель запаха для холодильника. Гелевый в виде лимончика с ароматом лимона. 30 грамм, стоит 64,80. А это светодиодная лента. В комплекте она идет вместе с пультом управления, с контроллером и с блоком питания. Длина ее 5 метров. Предназначена для общего и дополнительного освещения, декоративной или акцентной подсветки. 4,8 Вт, цена 379. Также есть фонари кемпинговые. Здесь 1 LED-лампа для направленного света, 6 LED-ламп для рассеянного света. Заряжается как от солнечной батареи, так и от сети. Шнур для зарядки идет в комплекте. Цена 362,70. А это удлинитель силовой Вольстон. Такой оранжевого цвета. Здесь одна розетка. Мощность 1300 Вт. Длина провода 20 метров. Производитель Россия, город Москва. Стоимость 326 рублей.
В ассортименте в наличии есть осенние луковичные цветы. В основном это идут тюльпаны разных расцветок. Очень много здесь в наличии, они по 40 рублей. Еще одна новиночка в магазине «Светофор» – появились вот такие чайные наборы. Коробочка упакована очень красиво, яркая, прям такой подарочный вариант. В наборе здесь очень много всяких разных вариантов. Если интересно, пожалуйста, читайте. Здесь вот тоже указано. Так, пакетированный с завязками. 60 пакетиков по 2 грамма. Цена 194 рубля. Также есть кофе «Якобс». Крафтинг. Насыщенный вкус. 200 грамм в стеклянной банке. Цена 244 рубля. На сегодня у меня все. Если вам понравился обзор, пожалуйста, оцените его лайком и обязательно подписывайтесь на канал, если еще до сих пор не подписаны. Увидимся мы с вами, как всегда, очень скоро. Берегите себя и близких. Всем пока-пока!